Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господь с вами. Дорогие братья и сестры, начинают наши духовные упражнения. И с радостью приветствую отца Павла, который является настоятелем прихода в Санкт-Петербурге, прихода святой Екатерины Александрийской. Откроем наши сердца Духу Святому, чтобы он помогал нам внимать его истине и через проповедника, через отца Павла, чтобы эти духовные упражнения принесли в наших сердцах и в нашей жизни благие плоды. Слава Иисусу Христу! Давайте, может быть, начнем от чтения из второй книги Царств, глава 7. Я попросил кого-то, кто сделает это лучше, на лучшем русском языке, чем я. Пожалуйста, послушай. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю: «Все, что у тебя на сердце, иди и делай, ибо Господь с тобой». Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь: ты не построишь мне дом для моего обитания, никогда я не жил и до сего дня не переходил в шатрех у Скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля. Говорил ли я хотя слово кому-нибудь из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажу рабу моему Давиду:
Так говорит Господь Саваоф: «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и не истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивы не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как я поставил судей над народом моим, Израилем. И я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. И он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки». Дорогие братья и сестры, царь Давид, о котором мы слышали, это очень добрый царь, это очень добрый человек. Он не только справедливый, он не только побеждает в войнах, он еще с такой любовью обращается к Господу, и поэт, и композитор. А если ему случится согрешить, и это то, что я в нем очень люблю, он не ссорится с Богом, он не оправдывается. Если Бог приходит к нему, говорит: «Ты согрешил», он говорит: «Да, Господь, я согрешил, абсолютно, я согласен, давай будем каяться». Очень хороший царь, очень добрый. И вот он придумал сделать еще одну добрую вещь – построить Господу настоящий храм. Ведь Господь живет все время под шатром. У него, у короля, есть свой дворец. А вот Господь так не совсем достоин. Пророк Нафан, когда услышал это, как хороший сотрудник царя, говорит: «Царь, отличная идея, абсолютно прекрасно. И давай будем строить этот храм». Но пришла ночь, и Нафан получил поручение из небес: «Будет по-другому. Ты не построишь мне храма, ты не построишь мне дома, я тебе построю дом». Вспомни, откуда я тебя взял. Вспомни, кем был ты и кем я тебе сделал. Мой дорогой царь Давид, из нас обоих это я даю подарки, потому что у меня есть из чего их давать. Я Господь. Ты бедный. Я тебя очень люблю. Я тебе сделал царем, и я тебе дам еще больше. Я построю тебе дом». И вы заметили, когда он его построит, после смерти царя, он ему говорит: «Когда ты уже умрешь, я построю тебе дом». И, во-первых, он говорит о его сыне Соломоне. Но мы знаем, что планы у Господа намного шире, намного дальше. Мы знаем, что у Господа план, чтобы из рода Давидова пришел в этот мир Мессия, чтобы пришел Иисус Христос, наш Спаситель.
Дорогие братья и сестры, мы добрые люди, и мы хотим больше всего, когда приходят праздники, мы хотим сделать Господу подарок. Мы хотим сделать что-то такое, знаете, необыкновенное. И мы заботимся. И вдруг перед праздником появляется невероятная наша активность. Она проявляется даже в культуре. Если посмотрите на улице перед Рождеством, везде украшения, везде елки, в храмах вертепы, и все готовят. Во-первых, католики, потом православные, и все так бегают и готовят. И все занимаются, и все так важно, так делают, что если кто-то бы приехал, кто не знает нашей культуры, он бы задал себе вопрос: вообще что случается? Вообще зачем все это движение? Это мне напоминает книгу, которую, наверное, многие из вас знают, «Мумий-тролли». Знаете, помните, там есть один рассказ. Мумий-тролли — это такие сотворения удивительные, в которых есть разные приключения. Это скандинавская мифология. Они из этой мифологии вышли и нашли место тоже в наших домах через книги Туве Янсен. И вот есть рассказ под заглавием «Зима». Знаете, мумий-тролли, как каждый нормальный человек или каждое нормальное сотворение должно делать, они на зиму идут спать. Я не понимаю, почему мы не наследуем медведев, да? Почему мы движемся в этой погоде, но они лучше нас, эти мумий-тролли, они идут спать. Но вдруг что-то случилось, и они в середине зимы проснулись. Смотрят через окно, а там на улице все их знакомые, вся эта деревня в движении, не выходят на улицу и спрашивают: извините, а что случается? Так вы не знаете, наступает сочельник. Наступает сочельник, ну прекрасно. Идет какой-то другой знакомый и говорит: а что, у вас еще елки нет? И украшений нету, и печенюшек нету. Ведь наступает сочельник, вы не знаете. И эти милые сотворения пришли к выводу, что сочельник – это, наверное, есть какой-то ужасный монстр, который угрожает нашей деревне, и которому надо представить, чтобы он был для нас ласковым, елку с украшением, наделать печенюшек, может он съесть эти печенюшки вместо нас. И они так сделали. Все приготовили, сидят, ждут катастроф. Катастрофа не приходит. Вместо того из леса приходят какие-то другие маленькие сотворения, подходят к ним и говорят: какая у вас красивая елка. А отец мумий-тролли спрашивает: извини, а сочельник, когда он придет? Говорит: ведь сочельник уже есть. Мумий-тролли посидели еще немножко и обратно пошли спать. Почему так случается? Потому что во всех этих заботах, во всем этом деле, которое называется Рождество, кажется, что главные герои – это мы. Это наше действие. Знаете, даже когда мы думаем об Адвенте, как пережить Адвент? Это вопрос, который мы чаще задаем, чем: а что такое этот Адвент?
А что есть суть Адвента? И с Рождеством так же самое. Что мне надо сделать? Как это пережить? Что приготовить? И мы так заботимся, что вдруг мы выходим на первое место. Наши чувства, наши действия, они самые важные. И может поэтому очень часто случается, что не только Рождества, а всех праздников мы просто боимся. И мы их переживаем с огромным страхом, с огромным напряжением. И сколько там ссоров случается. Мы весь год живем вроде бы мирно и спокойно. Вдруг зачем? И все просто нервные такие ходят. Почему? Потому что мы герои. Что мы самые главные. Припоминается сцена из фильма, я его не видел, мне знакомый рассказывал. Представьте, пожилый брак, муж и жена, евреи из Америки приезжают в Польшу, чтобы посетить родину их предков. Но и один день посвящен, очевидно, чтобы поехать в Освенцим, в этот концентрационный лагерь, где столько евреев потеряло жизнь. Утро. Они в гостинице. Муж закончил свою туалету, в ванную входит жена, и после нескольких секунд она выходит с тубкой пасты и говорит: «Дорогой, ты не закрыл пасту, зубной пасты». Он говорит: «Ну да, ну да, но мы торопимся, оставь, ну, закрыл». «Нет, нет, нет, так. Мы 40 лет вместе живем. И почти каждый день я прошу тебя, чтобы ты закрывал зубную пасту, а то она высыхает. А ты этого не делаешь». Он говорит, ну, дорогая, ведь это мелочь. Он говорит: «Вот, это мелочь, потому что я для тебя мелочь. То, что я тебя прошу, это не важно». И начинается, ну, просто невероятный сон. Невероятная дискуссия, все заканчивается в слезах. Она сидит на кровати, плачет. Он садится рядом, обнимает его. И говорит: «Ну, дорогая, ну ведь ты знаешь, что я это, ну, не специально, но просто». Она говорит: «Я знаю, что ты не специально, но осветил ты меня и испортил». Вот. В осветиме самое главное было то, что она переживает. «Ты меня испортил зубной пастой, осветил». Дорогие братья и сестры, если не мы есть центр этих праздников, если не мы главные герои Рождества Христова, кто главный герой? Ответ – это Иисус Христос. Но не просто Иисус Христос, но Иисус Христос в тайне воплощения Слова. Это центр наших праздников, наших празднований. Да, мы могли бы это праздновать даже 25 марта, когда мы вспоминаем зачатие Иисуса Христа, но мы люди, и мы, когда не видим, так вроде не обращаем внимания. Его 9 месяцев не было видно. Когда уже родился, вот вдруг мы увидели. Есть. Явился. Наконец-то. Воплощенное Слово. В центре этих праздников находится Бог-человек. Как вы красиво говорите на русском, Бога-человек. Но что это значит? Действительно, что это значит Бога-человек?
какой-то амальгамат, половину Бога, половину человека. А может он, как Зевс из греческой мифологии, который для Леды стал лебедем, для Даняи стал золотым дождем, для Европы он стал быком, а для Ганимеда – орлом. А может он, как Гарри Поттер. У него тоже была такая микстура, ты ее выпил. И вдруг ты другой, а никто тебя не узнает. Бог – человек. И мы говорим еще больше – Бог стал человеком. Где это произошло? Это произошло в Иисусе Христе. Тогда кто такой Иисус Христос? И вы после столько лет в христианстве ответите мне, но ведь это Бога-человек, это Бог и человек. Прекрасно. А если я бы вас спросил, а Иисус Христос больше Бог или больше человек? И я уверен, даже если вы не отвечаете, не торопитесь, чтобы ответить. Да? Вы поняли, что это риторический вопрос. Но я абсолютно уверен, что так как мы здесь есть, появились вы такие, которые бы сказали, нет, нет, но он больше человек, но ведь ходил, ел, все. А другие бы сказали, ну как? Ну ведь он воскрес, он сидит одесную Отца, он больше Бог. Это ясно. И появилась бы между нами такая разница. А церковь отвечает, он и Бог, и человек. Настоящий Бог, настоящая природа Божья и настоящая природа человека встречаются в одном лице, в лице Слова, которое мы познали в Иисусе Христе. Дорогие мои, это не абсолютно непросто. Это просто говорится. И можно сказать, почему мы не выбрали какого-то другого варианта. И Бог, и человек. Ведь это непросто. И знаете, я удивляюсь. Я удивляюсь нашими братьями и сестрами с древних веков, которые, несмотря на разные предложения, они остались в этой сложной, самой сложной вере. Настоящий Бог, настоящий человек. Две природы в одном лице. Почему мы выбираем всегда больше сложный вариант? Евхаристия, будем слушать. И вдруг на алтаре лежит хлеб, а мы говорим тело Христово. Знаете, однажды я был уже доминиканским студентом, таким очень мудрым, а у меня был дедушка мой, который был первым богословом в моей жизни. Дедушка был человек, автодидакт. Он очень много читал, он очень много думал и время от времени делился со мною своими размышлениями. Даже еще когда я был совсем маленьким. Я за это ему очень благодарен.
И вдруг у меня там уже был несколько лет, я американский студент, и он решил представить мне вот такую мысль, которая ему пришла. Он говорит: знаешь, внук, я так хожу на мессу, смотрю на Евхаристию, и я так думаю, мне было бы легче, если бы мы приняли, что это все-таки хлеб. А Иисус во время причастия приходит духовно в сердце верующего. Я посмотрел на него и говорю: дядя, ты вот придумал кальвинизм. Не может быть, я протестант. И быстро-быстро вернулся к католической вере. Но я его понимаю. Ведь было бы проще. И было бы проще сказать: нет, Иисус Христос – это не Бог, это очевидно, это какое-то Божие творение, Он был вот человеком, но за то, что был верным Богу, Бог потом его принял в свою славу, и вот таким образом он сделался спасителем Бога. Более-менее это мнение очень известного богослова с 4 века Ария, очень известного иезуита. Другие скажут: нет, это абсолютно не человек. Это Бог, но Бог не может умереть, Бог не может страдать. Так он переоделся на время своей миссии на земле, переоделся за человека, его смерть не настоящая, его страдания не настоящие, он это делает только, это такой показ для нас. Это более-менее учение Нестория, другого очень известного богослова с той же самой. И много лет на вселенских соборах Никея, Эфес, а между ними Халкидон, на котором кто-то предложил: ну хорошо, но если уж там есть две природы в одном лице, но одна природа должна быть сильнее другой. И у него, наконец-то, есть только одна природа Божья. Природа Божья съела как бы природу человеческую. А другим интересно было, а что с волей Иисуса Христа? Ведь как человек, у него есть своя воля. Как Бог, у него есть своя воля. Давайте сделаем одну. Что в Иисусе Христе действует только Божья воля. Но если бы там были две воли, ну как бы это, что они бы там все время должны договариваться между собой, что такой какой-то беспорядок там появляется. Давайте сделаем это. А церковь, тогда еще соединенная, я хотел сказать католическая, ну да, потому что еще мы не разошлись с нашими братьями православными. А церковь отвечала: нет, нет. У Иисуса Христа две природы. У Иисуса Христа две воли. У Иисуса Христа одно лицо, воплощенное во Слово. Знаете, почему я так восхищаюсь этой твердостью наших братьев и сестер? Потому что они поняли. Потому что читали Слово Божие и слушали голоса Святого Духа. Что Бог, когда Он обращается к человеку, и когда Он должен свою тайну, свои необъятные размеры поместить в наш малый мозг и в нашу малую душу, он каким-то образом должен идти дорогой парадокса.
чтобы мы не закрыли его в каких-то наших маленьких мнениях, чтобы мы не сделали из него кого-то похожего на нас, чтобы мы стремились открываться и расширяться, чтобы больше и больше принимать его. Ни один из богословов, ни один из христиан, которые читают Священное Писание, нашли, что там очень часто есть «да» и «нет» на эту же самую тему. Парадокс. Это такая точка, в которой мы задерживаемся, и мы обязаны молиться и думать. Знаете, в 90-х я жил, в начале 90-х я жил во Франции. И тогда там началась дискуссия о биоэтике, эвтаназия, там другие вещи, какие-то эксперименты на эмбрионах. И тогда парламент французский создал группу 40, они их звали «Лесаж», мудрецы, 40 специалистов из разных групп, христиане, другие, чтобы они как бы подумали, поговорили, переговорили все эти вопросы и дали какие-то свои опинии для парламента, который должен там был что-то решать на эту тему. И я помню, я попал в журнале «Либерасьон», который далеко не христианский журнал, на статью, в которой человек, который присутствовал на этих разговорах, журналист, он удивлялся очень хорошей подготовкой католиков к этому разговору. Что у них есть аргументы, что они все это как-то передумали. И он задает вопрос, откуда у них все это? И очень интересный ответ. Потому что у них далеко не все разрешается. Им все невозможно, и они должны думать. Потому что есть запреты, потому что есть какие-то границы, и они должны думать. Так же самое и с Богом. Он приходит и является нам такой. Ведь, братья и сестры, две природы в одном лице Иисуса Христа – это не придумка. Так как Пресвятая Троица – это не придумка, это не так, что сели какие-то богословы, съехались на собор и говорили, ну давайте усложним веру нашим верующим. Давайте сделаем Троицу и две природы в Иисусе Христе. Нет, мы просто так читаем Откровение. Мы просто так слушаем Святого Духа, который говорит в сердцах наших так, как нам Иисус обещал. Да, это сложно. Это сложная правда. Две природы. Знаете, соединенные тем, что называется гипостатическая уния. Вот слово, которое что-то называет, о чем мы абсолютно не имеем понятия. Это соединение, тайное соединение. И знаете, однажды мне призвали проповедовать детям перед Рождеством. Я тогда думал на эти темы. Я решил, что давайте, все-таки я богослов, да? Мне надо серьезные реколлекции. Я в последний момент узнал, что я детям тоже буду проповедовать. Я говорю, ну, надо им рассказать вот то, что вам. А знаете, это серьезное богословие. Это такой хардкор богословства. Мы так начинаем наши телеканалы. Как это детям рассказать? И вдруг Дух Святой помог. Я говорю детям, дети дорогие, когда вы молитесь, как вы ручки складываете? Все показали так. Я говорю, а не так? И нет, не так. А не так? Нет, не так, не так. А не так? Нет.
А не так? И таким образом я перешел все христологические ересии. Более Бог, более человек. Смешанный, так что ты не можешь ничего там отличить. Да. Иисус, природа, эти две природы, Иисус и Христе, они не смешанные. Они вот так. Человек, так Бог. Никакого смешания там нет. Помните коктейль Джеймса Бонда? Сболтать, а не смешивать. Потряснуть, а не смешивать. Он всегда так просил, кажется, да? Можно сказать, что здесь такой случай. Иисус не смешанный, а мы потрясены. Это вот так. Природа Божия сокрывает, съедает природу человека. И не наоборот. А здесь не видно нашим глазам, но существующее — это связь таинственная, Божья тайна, связь, которая абсолютно не позволяет разлучить одного и другого. Если когда-то будете хотеть припомнить себе все христологические ересии, просто сделайте это все так. Братья и сестры, это есть суть праздника Рождества Христова. Это не просто вертеп, это не маленькое дитя, которое в наших вертепах обязательно с блонд волосами и голубыми глазами. Это не история бедной Преснодевы Марии и Иосифа, которым нигде было родить этого ребенка. Мы всем этим занимаемся, а проходим мимо того, что есть суть. А суть – это воплощение слова. Почему это так важно? Я, когда отец-настоятель попросил о тему, я послал ему тему. Рождается Христос, ну и что? Две природы в одном лице, ну и что? Дорогой отец Павел, а ведь все это не надлежало бы оставить в семинарии? Или на католических факультетах, пусть там они занимаются. Какое это имеет значение для нас? Вот начнем и будем продолжать завтра эту часть, которая есть «но и что?». Но и что из этого? Что это так, что две природы в одном лице? И с таким уважением, но абсолютно не разделяются. Они вместе. Любовью связаны. Причем любовью Бога. Если мы смотрим на Иисуса Христа как на настоящего Бога и настоящего человека, причем, как я говорю, настоящего — это настоящего. Вы знаете, это человек в своем самом совершенном варианте. Это человечество, которого не тронуло первородный грех. Это мы, какими мы должны были быть, если бы не грех.
Есть его, он Бог и человек, то, во-первых, если они не смешаны, если они стоят так вместе, то, во-первых, дорогие братья и сестры, Бог говорит нам через Иисуса Христа. Твоя человеческая природа, твое человечество доброе. Я уважаю твое человечество. Я его сотворил, и я его уважаю. И когда я прихожу, чтобы соединиться, без смешания, соединиться с твоей природой, я ее не убираю. Я ее не уничтожаю. Я ее не беру в никакое рабство. Я стою рядом в солидарности и любви с твоим человечеством, с твоей природой. И здесь тоже появлялись люди, мы их зовем манихеями от имени их начальника, можно так сказать, Манес, которые предлагали, что лучше не так, что все, что есть материя, что все, что есть тело, что все, что есть так называемый этот мир, это дело какого-то плохого Бога. Давайте, Бога Яхве, Ветхого Завета. Но пришел Иисус, и Он нам показал, что важный только Дух. Давайте уничтожим тело. И у них были два способа на уничтожение тела, очень интересные, потому что абсолютно противоречивые. Либо они ничего отказывались от всех, там, не знаю, интимных контактов, от семейства, от детей и от еды, и умирали от голода. Либо наоборот, они просто были так распустны, чтобы эта распуста убивала их, потому что все-таки материальное абсолютно не важно. А мы верим, и Бог показывает нам это в тайне воплощения Слова, что наша человеческая природа, возлюбленная Богом, и что Бог хочет сохранить и не только нашу человеческую природу, а вообще этот материальный мир. Если мы верим, что в Иисусе Христе Бог показывает нам свою любовь и свое уважение к природе человека, Он тоже показывает это уважение к природе мира. И поэтому мы не должны бояться этого мира. Мы не должны принимать этого мира как врага. Мы, верующие, не должны бояться тех, которые изучают этот мир. Мы не должны бояться науки. Этот глупый конфликт, который начался где-то в конце 17 века. Раньше его не было. Вдруг он появился. Наука и вера. Нам это не соединилось. Из двух сторон появляются люди, которые говорят, вот я понял, как работает сердце человека, значит, Бога нет.
Другие говорят: я читаю Библию, так мне бактерии абсолютно ни к чему не нужны. Я не верю в бактерии. Ну и начался. Глупой конфликт. Потому что забыли, почему празднуют Рождество. Если бы они праздновали Рождество как надо, если бы они задумались хотя бы на минуту над том, что показывает нам Иисус Христос в себе, своим естеством, не было бы такого конфликта. Знаете, прекрасно об этом говорил в V веке святой Августин. У него есть такое сочинение, которое называется «О христианской науке». И там вторая глава. И он вставляет вопрос: должны ли христианские юноши изучать языческие науки? Кажется, нет, потому что они опасны. А зачем нам? У нас священное писание, зачем нам? А он отвечает: абсолютно должны бояться ничего. Да, это правда, когда мы изучаем историю, там есть о царях, там олимпиады, там есть своя система, там консульство. Ведь это нам помогает объяснить историю нашей веры. Ведь Иисус Христос пришел в историю. Если мы знакомимся с историей, мы знакомимся с Иисусом тоже. И он продолжал. А те, которые занимаются небом, астрономом, а те, которые занимаются природой, животными, выдумывают ли они эту природу и звезды? Нет. Они их просто открывают. Они их описывают. Вся наука – это понятие того, что есть, а мы знаем, откуда это есть. Кто за этим стоит? И он заканчивает, говоря: даже самые правила логики, хотя они кажутся вынайденный человек, абсолютно нет. Это только человеческое открытие. Философ, который говорит, это правда, это ложь, он ни правды, ни лжи не творит. Не бойтесь. И наше тело и все, что с ним связано, и наша душа, и этот мир, любимые и уважаемые Богом, и это говорит нам Бог в воплощении Слова. Он нам это показывает. Вы видите, почему это важно? Вы видите, к чему привело нас это, привела нас эта верность этой сложной правде? К чему приводит, какой мир строится, если мы верим в две природы или если мы верим в одна природа? Другой мир выходит из этого. Благословенный Бог, что Он сохранил в нас эту настоящую, чудесную, красивую, хотя трудную, сложную веру. И который дает нам эту возможность так смотреть на мир и на нас самих, что мы можем не бояться, что мы можем спокойно радоваться тем, что мы люди. Не жить в каком-то чувстве вины, что мы не ангелы, или что мы не боги, или что мы не чистые интеллекты такие. Посмотрите, сегодняшний мир, он опять предлагает нам такой образ.
Трансгуманизм о чем нам говорит? Говорит нам: оставь свое тело, передай твой мозг компьютеру, и ты будешь вечным. Значит, я — это не тело. А ведь я знаю, что Иисус Христос в теле пришел, что Он в теле страдал и с телом воскрес. А сегодня я слышу: передай мозг компьютеру, и ты будешь жить вечно. Очень подозрительная для меня наука. А если не подозрительная даже, я не хочу пугать никого, но я просто не согласен, потому что я, даже если не самый красивый, свое тело люблю, потому что это часть моего человечества. Это я. И в Иисусе Христе Бог мне говорит: я это уважаю, я это люблю. Дорогие братья и сестры, будем продолжать. Будем идти следом этих последствий нашей веры. Будем показывать, на что эта вера, факт, что в Иисусе Христе есть две природы, соединенные Божьей силой, на что в нашей жизни этот факт влияет. А он и для нашей личной жизни, и для культуры, которую мы создали и создаем, имеет огромное значение. Спасибо. Сейчас поклонение святым дарам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и ныне, и во веки веков.